три штучки и опять пойдем посмотрим, кто их ест. Часы мне подсказывают. Проделайте движение в том же духе упражнения. Хорошо. Вот наше дерево. Подходим, смотрим. Так, что тут у нас? Орешки остались. Никто их не увидал и не съел. Хороший воздух. Прекрасно дышится. Зимой. Каждое время года свои положительные стороны имеет. Солнышко вон оно всходит. А я потихонечку буду вставать чуть пораньше. Допустим, этого на 5 минут. Чтобы примерно заставать восход солнца с утра. Так, ну что, мы идем. Весело идем. О чем мне хотелось бы рассказать. Когда началась передача, вернее, начнем не с передачи, опять-таки с меня самого. Когда у меня были проблемы со здоровьем, обращался к врачам. Назначали то или иное лечение. То есть это на основе рецептов делали. Лекарства там применяли. Толку никакого. Вернее, он был, ну, в течение там сначала 2 месяца, потом месяца, а потом и вообще перестал действовать. Вот. И я написал вот эти свои первые книги «Целительные силы», которые были призваны на то, чтобы с помощью образа жизни, ну, естественно, очистительных процедур, нормализовать работу организма, которая пришла в которой возник сбой. Опять-таки сбой возник в результате неправильного ведения своей жизни. Питания, двигательного режима. И естественно, работы сознания. То есть ум совсем там по-другому мыслил, считал, вернее, человек считает, что он такой несчастный, почему это у него, другие ходят здоровые, вот у него геморрой, да еще там в 21-22 года, ну, такие вот вещи. И только когда я начал, вернее, почистился, толстый кишечник нормализовал. Кровообращение, а это чисточка печени. Обмены веществ. Ну, будем говорить, сразу как новенький стал, все исчезло. Куда провалилось просто-напросто, знаете, отпало. Вот, и в 90-е годы, кто, значит, использовал знания из моих этих книг. Знания-то на самом деле рабочие, общечеловеческие, я же особо ничего не придумал. Добились замечательных успехов. Вот. И придя на передачу, ну-то там, как бы сказать, передача, надо все что-то новое, новое, новое. И пошло вот это вот мода на эти рецепты, вот рецепт от того, рецепт от этого.
То есть рецепт, его суть в том, если он правильно еще применен, это временно наладить там работу организма. Вы же его постоянно-то применять не будете, как и таблетки. То есть таблетка — это тот же рецепт, запечатанный в таблетку. Вот. Значит, надо другие средства использовать. А как правило, какое-то там хроническое заболевание, ну, допустим, сахарный диабет второго типа, возникает в большинстве причин от того, что любите покушать, то есть переедаете углеводистой пищи, движений мало, в результате клеткам просто-напросто не нужен этот сахар, эта глюкоза, и она просто-напросто с мочой сбрасывается. Вот, вот такой вот простой процесс, да? Значит, надо что сделать? Либо уменьшить количество употребления вот этих углеводов, которые уже не нужны, либо добавить движение, либо сделать и то, и другое. А что делается в качестве лечения? Применяются, значит, таблетки, которые толкают глюкозу туда, в клетки, вот напихом. То же самое рецептура. Вот, и это как-то мне потихонечку сбило меня с толку. Постоянно эти рецепты, рецепты, рецепты. Вот, я уже, работая на этом телевидении, забыл, с чего я начал оздоровление. Начал-то оздоровление. Я же уже эту рецептуру прошел. Она имеет определенный свой круг действия, свои ограничения. Все делается образом жизни. Вот. Красота. Северский Донец. Вот, поэтому, когда я так посмотрел каналы про здоровье, и там рассказывается про те или иные рецепты, ох, 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 мол, какие рецепты, как они помогают, как хорошо. Все это мера временная, мера ненадежная. Надо вести такой образ жизни, в результате которого вы становитесь здоровее и поддерживаете это здоровье с помощью обычных средств. Ну, в первую очередь, движение. Я хожу для того, чтобы за час сделать хорошую циркуляцию крови, энергии и, более важно, лимфы по организму, чтобы она очистилась. Вот, повысился обмен веществ. Такая простая процедура, без всяких каких-то затрат. Далее умеренное, разумное питание. Я особо, знаете, не слежу, но салатик есть, есть. Кашка отлично. Стараюсь, чтобы хорошее зерно было. Вот. Ну и там остальное так, без особых изысков. Борщичка и все там такое. Напитки делаю травяные. Травы стоят копейки. Заварил. И мыслительный процесс. Мыслительный процесс — очень важно устояться
успокоиться, найти, ну, бывает, якоря в жизни, за которые вы держитесь, которые вам помогают, а не это, не сбивают и не отчаивают вас. Ну вот и все. И всего этого достаточно для того, чтобы нормально себя чувствовать. Вот что я вам хотел сказать о рецептах. Да, они имеют действие, но вы их постоянно не будете поменять. Надо регулировать образом жизни.